Опа-па-па-па! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я выбью новый чарм Black Spot. И я вам расскажу тот самый секретный способ, как можно бэт скины с Nameless коллекции. Поэтому, ребята, прямо эту секунду присаживайтесь поудобней. Лайкусь и подписочка. Поехали! Братик, видишь эту легаси? Я хочу ее подарить именно тебе. Чтобы получить, тебе надо просто: первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое-самое главное, буду проверять, посмотреть видео от начала до конца без единой перемоточки. Всем желаю удачи, а мы приступаем к видео. Ну а прямо сейчас я вам, ребята, расскажу, что же мне надо сделать, чтобы получить скин из Nameless коллекции просто так за удачу. Мне надо сыграть без закупа, я не имею права ничего покупать. Вы думаете, это шутка? Просто посмотрите, ребята, я вам сейчас кое-что покажу. Смотри, скин выпал, это работает! Скин выпал! Нам надо просто победить! Нам надо просто победить, это реально работает! Я вот буквально в предыдущей катке выбил себе скин UMP Pixel. Да, это дешевый скин, но тем не менее скины начали реально падать. Поэтому, ребята, пожелайте мне удачи, я буду играть без единого закупа. А-ха-ха! То есть ни одну ханишечку, нигде ни дефюза, вообще ничего я не должен покупать. И самое главное, ребята, я должен победить. Я понимаю, это очень сложно, но мы это сделаем, поверьте вы мне. 5 minutes later. Ну что же, ребята, а вот и начало каточки. Да, я должен играть без закупа 8 раундов. И самое интересное, я играю один. Я специально, реально, это не сон, это не шутка. Я играю один. И я очень надеюсь, что мне повезет. И я смогу надрать им попочку. Блин, ребята, сюда перхать. Минус один, нормально. Вы понимаете, насколько же будет большой шанс, если я не буду делать ни единого закупа, еще буду играть один. Шанс нападения Nameless коллекции будет максимальным. Давай. Да! Кто папа-то? Кто папочка? Обалдеть, пацаны. Не, ну за это просто лайк, подписка. Что я творю? Притом, это не просто какие-то боты. У них ранги гол 4. У этого типа гол 2. То есть это нормальные типы. Это обычный среднестатистический игрок. И я просто беру его и уничтожаю. А не пишет тебе хана. Да! Да! Хорошо, хорошо, хорошо. Пацаны, приди, сейчас 8-0 закрою. Ля, у типа только тапочки видно. Братик. 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 Ну давай, ну мы тебя ждем. Аккуратненько. Тактика пиксель, тактика пиксель. Все, все, все. А меня нет. А я за ящиками. Ой, ля, вот это ну. Пацаны, сейчас будет маслина. Вы готовы? 12 патронов, это жесть. Да! Слушай, а чего так легко? А чего так легко? Вы серьезно? 2-0? Они пишут лаки. Конечно, я лаки. Конечно, я лаки. Слушай, пацаны. Вот, давайте тут засяд. О, вот так идеально. Сейчас он только идет тут на мид. Страховку получает. Вау! Обалдеть, кажись, у него блокер! Вот, походу, сейчас мне попа. Да ты что? Да ты что? А я подобрал КР 3-0. Ребята, буквально еще 5 раундов, и мы узнаем, что же получу. Ля, просто прикиньте, типы не понимают, что происходит. Они меня узнали, пишут, ну а здорово, мы в Ютубе. Да, пацаны, вы в Ютубе, ребята. Вот, запомните, 2 главных нуба стендофа. Все, пацаны, ща будут ловить маслины. Тут типа, слышу. Оп, здорово. Слушай, что-то я не понимаю, что-то не вообще какие-то нубы. Ау! Да ты шо? Да ты шо, пацаны, 4-0. Я не пойму, то ли я насколько жесткий, то ли они насколько нубы. Как вы думаете, какой из вариантов правда? Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. А кто у нас тут? Хана! 12 кп! А что такое, братик? Хотел на нож посадить, да? У меня есть очень коварный план. Я сейчас возьму, ребят, дробашек, а на тычке его нету. Главное попасть. Брат. Ну мы его будем ждать. Гориса, ловись, рыбка большая, маленькая. Блин, 12 хп. Вот сейчас очень не хотелось бы стрелить. Просто прикиньте, если я закрою их в сухую, это же будет легенда. Ну ты нам скоро или как? Только не говорите, что он досидит до конца времени, потому что это просто будет ржака. Не, ну ты серьезно? 9 секунд. Стоп, идет. Ой. Ой. Ой, на расслабоне начали. 5 minutes later. Блин, пацаны, я забыл. Я случайно дигл купил. Хана, я бот.
Это просто трындец. Это просто трындец. Я случайно купил Дигл. Блин, мужики. Ну, надеюсь... Блин, еще и проиграл! Все, все. Ладно, надеюсь, один раунд не считается. Ну, просто, так сказать, ну, росточек не повезло, пацаны. Ну, с кем не бывает. Блин, вот это я бот, зачем Дигл купил? Ладно, ребят, сейчас все будет. Сейчас все будет, отвечай, отвечай. Они что, М40 взяли? Долгову. Взял М40. Ой, хорошо. Дорогулечки, это мой. Тише! О! Ой, хорошо, ой, хорошо. Он слепой, просто идеально. Сейчас, если... Попал! Блин! 15 хп! Вот, негодник-то какой! Короче, ребята, прямо сейчас просто будет тактика под названием Неждан. Они привыкли, что я хожу каждый раз на мид. А я еще так, нет, топа. Аккуратненько. Иду прям в плент. Воу! Попал! 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 Блин! Я тупо бот. Давай! Сюда! Перка! О, у меня перезарядка, перезарядка, перезарядка! Ой, хорошо. Хана, пацаны, тикаем села! Все. Самое главное, что тип думает, что я буду ее обходить с меда. А я еще, ребят, тупо по брейну бросаю на киберспортивный дым. И говорю, привет, Андрей. Кто-то очень жестко спалился. Он без души играет? Да! Да! Мы это сделали! Оу, 8-3! Вот сейчас, пацаны, вот это называется киберспорт кентак 5 кд. Давай. Сколько? Что? 74 ММР. Гол 3. Имба. И по идее я сейчас должен получить какой-то скин там из коллекции. Вы посмотрите, ММР не заканчивается. ММР просто бесконечные. Давай, прошу, умоляю. Неймерс коллекция, давай. Дорогульчики, ты моя, прошу. Так, хорошая игра, я понял. Ну? Чё? Ну, а вот это, ребят, у нас каточка номер 2. И вы не поверите, но меня нашли мои подписчики. И они любезно согласились мне помочь в этом видеоролике. Поэтому я, ребята, просто так, прямо сейчас, просто делаю вот так. Пацаны, здоров, салам алейкум, бах! И вот так вот я делаю 8 раундов подряд. Самое главное, что после этого меня не забанили. Ну, если что, это мои подписчики, мы не снайпились. Просто так сложилось, я их попросил чатненькие. Кентуха, кладите в ухо. Конечно, мы тебе поможем. И, возможно, именно после этой каточки я получу Керамбити Голд. Или, например, Блэк Спот, это новый чармик. Надеюсь, нам повезет. Ребята, с вас лайк и подписочка. Дорогулечки, ты моя, ну сюда, на! Первый пошел, второй пошел. Блин, ребята, запомните ники этих игроков. Это очень добрые, хорошие люди, которые очень любезно мне согласились помочь. Ребят, самое главное, сейчас ничего не купить, как в прошлый раз. Я играю без закупа, вообще! Поэтому, пацаны, хэштег удачи, хэштег поехали и хэштег мы где, дорогулечки мои, а? А? Пока что счет всего лишь 2-0. Делаем счет, Опа, здорово, братик. Вот это кибер. Вот это я кибер-котлета. Так, пацаны, а что у вас по ружечке? По ружечке у них ничего нету. Самое главное, чтобы меня не забанили. Потому что, когда я снимал в прошлый раз похожий видеоролик, меня просто взяли и тупо с локтя вырубили и забанили. О, я даже флешечку подобрал. Да ты что? А ну-ка сюда, сладенькие мои побежончики. Блин, ребят, как вы думаете, сколько я получу ММР? Потому что мне кажется, я ММР получу прям очень много. Ой, пацаны, маслина. Ого! Вот это у них скины! Блин, ребята, просто все напишите крошек и пон, вы топы, потому что они для того, чтобы помочь мне сняться видеоролики, они просто взяли и все слили. Блин, пацаны, ну вы тупо красавчики! От души душевно в душу! Фартух масли, оливье! Опа! Опа! А кому-то попа! Ого, они даже дым бросают! Так, пацаны. Оп, раз, оп, два. Не, ну, ребят, ну, есть загадочка. Говорится, опыт не пропишет. Попытки были, ха-ха. Киберспорт, это моя жизнь. Блин, мне очень интересно посмотреть. Во-первых, какой ранг я получу. Во-вторых, дадут ли мне какой-то скин из Немлы с коллекции? Если мне его дадут, то я, ребята, буду самым счастливым человеком в мире. Ну что же, счет 5-0, и я вам скажу только одно. Хэштег Кента ПК Киберспорт. Не, ну реально Киберспорт. Ребят, и надо будет, знаете как, чтобы один раунд они меня выиграли, а то иначе меня забанит античит-система, как это было в прошлый раз. Поэтому счет мы сделаем 7-1.
Блин, как же мне повезло, я-то думал буду сейчас потеть, сейчас будет вообще полная попа. А тут попались просто нереально крутые подписчики, которые согласились мне помочь. Так, ребят, самое главное сейчас ничего не купить, потому что очень сильно хочется. Но я ничего не куплю, вы не переживайте, я помню, и мы наш челлендж не заруиним. То есть я, ребята, за всю эту катку в магазин просто ни разу не заходил. Так, ну что, давайте прямо сейчас им напишем, что они должны мне один раунд замочить. Ну что же, я только что написал ребятам, и прямо сейчас один раунд они меня мочат, чтобы античит-система не сказала «Кентопика, пока-пока!» Пацаны, я тут, все, дали маслину, и теперь я их закрываю счетом 8-1. Ай-яй-яй! Блин, как же надеюсь, что античит-система меня не забанит, потому что я ничего плохого не сделал, я нормальный игрок, отвечаю, пацаны. Ну да, 4 скиды, но я просто киберкотлета, но вы-то как думали, ребята, киберспорт не пропьешь, тут попытки были. Хэштег КНТПК киберкотлета. Так, ну шо, уважаемые, ну шо, пацаны. Давайте даже в последнем раунде запленчу бомбочку. Ну, типа, разочек. Не, ну можно же. Ай-яй-яй, пацаны, сейчас сколько мы это получим. До свидания. С днем рождения, братуха. 8-1. И прямо сейчас мы, ребята, узнаем, что же я получу за эту каточку. Как же это интересно. У меня прям руки дрожат. Все дрожит, блин. Пожалуйста, Charm Black Spot. Charm Black Spot. Так, сколько на мерчика? Оу, 73! Это прикол какой-то. Я гол 4! Я не верю своим глазам, я гол 4, блин! Как же это круто, ребят! Просто прожмите за это лайкусик! И что же мы прямо сейчас получаем? 74 ММР, ну! Ну, давай! Брат, выйди! Давай! Чан Блэк Спот и... Не, сейчас будет смешно, если я не получу ничего, кроме бана. Так, меня не забанили, проверочка. Я могу играть, правильно? О, меня не забанили, пацаны. Меня не забанили. Ой, ништячок. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Единственное, что могу вам сказать, что миф окончательно опровержен. И NMS-коллекция не падает, даже если ты ничего не закупаешь. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Если понравилась подобная рубрика, прямо в эту секунду прожимаем лайкусик. Если хотите на халяву получить от Legacy, вы можете подписаться на мой YouTube канал и подписаться на мой телеграмчик по ссылочке в описании. Ну что же, ребята, с вами был ваш Кентуга. Всех обнял, приподнялся, хорошего настроения. Всем удачки и всем пока!